Это в часть вторая, кстати. Сатир, меня ща. Звать мэтр. Мэтр? Ну, как километр. Чуток короче. А тебя как? Меня зовут Сырник. Сырник? Так, це бук Сырник. Тільки без бук. А ти хто? Уж не сочти за грубость, док. Но ты рвешь с нуля до 60 за сколько? Месяца за три? Шайтеся, док. Але вы рвете с нуля до 100 за скільки? Років за 9? Знаешь что, дедуля? А это хорошая идея. Согласен. Послухай, ретро. Це дуже добра ідея. Зганяймо. А я знал одну, Дорин звали. Шикарная, ну как ягуар. Так грузовая. Врезаться приходилось, чтоб хоть слово услыхать. Якос, я знал одну такую Галю. Гарна. Какую Галю? Була. Ну як лескус. Сырник про Галю рассказывает. Тільки ску... И трактор це Валера сзади. Кузовом. Ебнешь. Врезатись у неї приходило, чтоб хоть слово сказала, зараза. Ну, и к чему ты вспомнил? Не знаю. Що ти таке городиш? Не знаю. А я вам скажу, на Луне и той дорог глаз наши нету. Подождите, я скажу. В самому Києві нема таких дорог. Это Фред. Ебать, локализация говно, сука. Це Валера. Да кто дрейфит? Баба! Я не баба. Описемся! Годи, перестань! Да, ебать сексистская хуйня какая-то. Я спробую. В смысле баба? Вообще-то мы женщины, девушки. Можно поуважительнее, блядь.